Всем привет, ребят. Ну что, есть пару интересных вещей, которых вам я еще не сказал, не рассказал, не показал. Итак, многих интересовало, сколько же все-таки прибавит силы прокачка 13-х скиллов. К сожалению, пока нигде нету камней на прокачку. Именно вот этих вот, Karmic Rock 4. Где они будут добываться, непонятно, в какой локации тоже непонятно, но единственное одно понятно, мы можем сказать, сколько приблизительно, я могу вам сказать, сколько приблизительно силы без последнего перехода даст каждая прокачка. У меня герои, ну, как бы, в основном все прокачаны, уже все, точнее, прокачаны на максималку, то есть я их всех прокачал. С утра у меня была сила без этой прокачки, днем я там зашел, быстренько прокачал, то есть она ничего сложного, можно удобно, кому надо будет качать, и вот сюда зашли, и вот Destiny, и так себе качаете. Особо затрата, ну, скажем так, не требует. В каком плане тратятся синие и красные кристаллы, синие кристаллы из ЭПшки, ну, надо нормально будет сундуком, ну, кто смотря на каком сервере играет, ну, без донатом это очень длительный будет процесс прокачки, я так посмотрел, многие из вас не докачали 12-й, то есть, не знаю насчет этого, конечно, это как по мне не особо удачная прибавка в этой обнове была, но ничего не сделаешь. Такс. Этих я не могу собирать. Сейчас хочу вам плюшки показать, какие есть, какие добавили новые в игру. Я их уже позабирал и вам пооткрываю, покажу. Это раз. А второе. Все писали там, что добавят новый титул. Нового титула нет. Нам добавили вот что. Нам добавили 10 миллионов на кулачки. То есть теперь кулаки у нас по сути вместо 1 010 000. Ну, с одной стороны, это нормально себе открыл и сразу закупил, не надо бегать. Но, к сожалению, не уменьшили ни стоимость, ничего. Как-то так. У меня и особо там кулаков уже нет. Все посливал. Такс. Ну что, поехали. Самое интересное вот так вот. Вот новые итемы, которые есть. Также есть эмблемка на этот талант. Талант, я скажу вам, такой себе. Это, знаете, как он все-таки лучше, чем стойкость теперь получается. Потому что стойкость дает только жизнь, а этот талант дает жизнь и еще шанс крита. То есть, если у вашего героя меньше определенного количества жизни, получается, увеличивается шанс крита. Или крит урон, там я не помню уже точно. Сейчас посмотрим. Также вот эти вот плюхи добавили, самое интересное, это новые коробки с чарами, из которых вы можете вытащить вот такие вот чары уже 5 уровня. Вот новая чарка, она очень классная, она будет, наверное, одна из имбовых и топовых, точно так же, как и доспех. Так, вот с этих сумочек падают скин на Хрона, скин на Командору и также скины на здание новое. Так, с этих сумочек падает новый герой и скин на него плюс эмблемки. Вот так вот, то есть решили они немножко все разделить, скажем так. Такс. Ну, еще, конечно, надо выбить нового героя на этом аккаунте. Но тут, я думаю, это будет попроще, чем на китайке. На китайке вы увидели только часть от всего, скажем так, от всех роллингов, которые там были. Остальные я тоже вам пооткрываю, покажу. Ну, реально, блин, юмора столько. Но зато вы увидели героя уже на максималке первое. Такс. Что у нас интересного? Ну что, с этим разобрались. Давайте начнем отсюда, с этих сундучков.
И зайдем, кстати, 10 осколков на Хрона, Командора. Ну, понятно, с 5 мы ничего не соберем, никого не прокачаем. 25 и 25. Такс. Ну, скоро их будут тоже штамповать валом. Так, скин и новая эмблема. Поехали. Эмблемка 6-я, максимальная отсюда, которая падает. Еще одна 6-я. 5 осколков нового героя. Ну, может, осколками соберем. Так, еще 5. То есть скин мы тоже сегодня не увидим. Но, думаю, завтра его добавят, и мы уже на него посмотрим. Вот такое вот. Так, дальше. Что у нас дальше интересного? Давайте. О, ничего себе. Опа. А новой нету. Видите, они добавляются. Так, интересно, интересно. Они теперь будут как таланты суммироваться. Вот так вот. И вы сможете каждому герою себе на нужный этот себе доставить. Вот так вот. Чарку. Ну, не знаю. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Но я считаю, это отличная идея. Но как бы еще давали без донатов такую возможность собирать их. Можно было бы себе на каждую там надо включил. А лучше всего для каждого героя. Это было бы вообще идеально. Ну, что имеем, то имеем. А, так, с этим мы разобрались. Вот талантик есть уже. Я тоже о нем рассказывал, показывал уже его там. Давайте попробуем все-таки хоть какую-то вытащить. Есть у меня немножко коробочек. Кстати, надо сейчас забежать в гильдийскую локацию. Вот видите, только 10 000. Вот так вот. Так, что я хотел? Забежать в гильдийский хаб. Так, пропали забор. Эти уровни сделали. Такс. Идем сюда в здание. Видите, у нас уже 5 уровня максимальный, 20 уровень. Так вот. Итого у меня откатилось еще 2 попытки. Ну и за самики, естественно, самый лучший вариант. Вот так вот. И так оно будет качаться постепенно, по чуть-чуть. Видосик потом, как качали, сколько надо чего, я вам уже открыл. Можете тоже перейти раньше посмотреть. Так, дальше. Пират у нас тут же. Надо забежать сюда. Сейчас делаем найм юнитов. Удобно, кстати, то, что юнитов можно нанимать всякой запара. И что? Здесь надо все равно откатывать назад. Надо, чтобы они либо сливались. Тут они, конечно, немножко не продумали. Странно. Сейчас попробуем. Давайте сейчас сольем всех юнитов.
Вот так вот оно действует. То есть у вас не должен быть перенанятый в одиночную, потому что так вы не добавите. Ну, в принципе, это один из, скажем так, очень-очень полезных бонусов. Так, что у нас тут интересного? Поменяли что-то? Нет. Все-таки пока ничего не поменяли. Так, что мы там с вами делали вообще, чем мы занимались? Что-то увлекся своим, как обычно. По поводу силы прокачки 26, где-то так, порядка этого, даже каких, да, 26к, плюс-минус, плюс еще за последний переход там получается где-то около 30к можно апнуть, не более того. То есть вот так вот я себе уже всех проапал, и, в принципе, можно расслабиться. Вот такие вот дела, ребят, такие вот итемы, плюшки. Пишите комменты, что вы думаете по поводу обновы. Много всего веселого, много всего непонятного. Ну, в общем, как обычно, это же IGG. Так, давайте еще попробуем немножко коробки пооткрывать чарами. Интересно, когда они еще добавят эти... Вот 4, четверка. Видите, уменьшает полученный урон на 25. Ну, я оставлю для нового героя, пусть пока будет потом, когда выбью потрошу. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.